Суд приговорил Пак Элеонору Ранилну признать невиновным совершение уголовного правонарушения, предусмотрено статьей 28, часть 4, 420, часть 2 Уголовного кодекса и оправдать за отсутствие состава уголовного правонарушения. Пак Элеонору Ранилну признать виновным совершение уголовного правонарушения, предусмотрено статьей 189, части 4, пунктом 2 Уголовного кодекса и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с лишением права занимать материально ответственные должности в государственных и коммерческих организациях сроком на 10 лет. Пак, в соответствии с статьей 4 части 1 пунктом 2 Закона Республики Казахстан об амнистии, в связи с 25-летием независимости Республики Казахстан от 13 декабря 2016 года, неотбытую часть наказания в виде лишения свободы сроком на 7 лет сократить наполовину на срок 3 года 6 месяцев, отсрочить исполнение наказания до 5 лет, но не более чем до достижения ребенка 14-летнего возраста. Гражданский иск заявлен то Кастех Ногас, вице-директор Махметов, удовлетворит взыскать под пользу то Кастех Ногас сумму 11 765 801 тенге 43 тиена, а также сумму 352 1974 тенге 4 тиен государственную пошлину доход государства. Гражданский иск потерпевшего Махметова части морально удовлетворить частично. Взыскать в спад пользу потерпевшим Махметовым сумму 100 тысяч тенге. С переговорами не согласны, поскольку вина моей подзащитной Пак Элеонору Ранилну не была доказана. Мы более, наверное, выражаем надежду и на то, что данный приговор будет пересмотрен в кассационной инстанции Верховного суда. Будем обращаться в Верховный суд для того, чтобы доказать полностью свою невиновность и доказать то, что Махметов скрывается все-таки от уплаты налогов. И будем биться до конца, доказывая свою правоту, свою невиновность.